То и восточная книжка. Джастинга. Плосковеточник. В этом видео. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем обзор позиции нашего интернет-магазина на сезон осень 2020 года из нашего питомника «Хвойный дворик». Сегодня у нас на рассмотрении туя восточная книжка. Ну, я ее называю книжка, она довольно пушистая, растет яичком и довольно красивое дерево. Размеры ешни, ну, примерно от 10 до от 15 будем брать до 30 сантиметров. Где-то 30, где-то 20 сантиметров. То есть она у нас на сайте есть, ссылка будет в описании, обязательно переходите на сайт, там все цены, там вы можете сделать заказ. Напоминаю, что неоплаченные заказы не считаются бронью, поэтому количество ее ограничено, поэтому успейте сделать заказ на нашем сайте. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы знать о новых обзорах, то есть обо всем, что есть. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Всего доброго, удачи, всех благ.